Да, именно вот так вот происходит с теми малолетками, которые пересмотрелись ужастиков. Всем привет! Сегодня я для вас решила снять новую рубрику, которая называется «Киномашка». Я думаю, что правила такой рубрики я вам не буду объяснять, потому что прекрасно знаю, что многие из вас уже знают конкретно правила этой рубрики. В каждом выпуске я буду оценивать по 3 фильма по 5-бальной шкале. То есть, если я ставлю фильму 5 баллов, то значит фильм просто замечательный, и вы можете его спокойно смотреть. Если я ставлю четверку тому или иному фильму, то это значит фильм в принципе хороший, но не на 5 баллов. Ну и если троечку, то значит фильм плохой. Так вот, и... Ой, а где мои листики? Можно, пожалуйста, листики? Благодарю. Итак, я одела очки для вида более такого серьезного. В общем, начнем с фильма «Энни». Этот фильм в прокате появился совсем недавно. Американский фильм-мюзикл. И режиссер его Уилл Белак. Завтра. City Hall, they're coming to inspect. You gotta clean this whole place up. Aren't they supposed to give notice? Aren't I supposed to be married to George Clooney? Who's George Clooney? Exactly, girlfriend. Exactly. No breakfast till this place is spotless. Yes, Miss Hannigan. It's a hard knock life for us. It's a hard knock life for us. Sandy, wait! Stop! Why are you running? It gets me places quicker. Little kids. Will, this is really gonna help your race for mayor. She's a foster kid from Harlem. I'm here on behalf of Will Stacks, and he would like to take Annie out for lunch. You can keep me as long as you want. She's kidding. So what's the hustle? The more we're seen together, the better it is for my campaign. I bet if I moved in with you, you'd become president. You're not really thinking about doing this. Whoa. So this is what it's like living with a billionaire? The worst thing in the world you can get is a little taste of something good because it never lasts. And from then on out, only thing that you can taste is not that taste. Huh? Do something nice for Annie, not just for the press. You get air sick? I've never been in the air before. I threw up on the swings once. Made you something. That's me. And that's you. Your secret's safe with me. That you care. It's a miracle. We found her parents. We think so. Well, hey, this is a joyous occasion. The sun will come out. Десятилетняя Энни живет в нью-йоркском приюте для сирот с другими девчонками. После того, как Энни встретит Уилла Стакса, ее жизнь резко поменяется. Уилл Стакс – это бизнесмен, который участвовал в выборах на пост мэра. Разворот событий резко меняется. We're gonna be okay, Sandy. There'll be some... The sun will come out tomorrow, so you gotta hang on till tomorrow. Come on, let's... Where did this city get so musical? Фильм мне очень понравился, и я надеюсь, что он вам тоже понравится. Ну, я сейчас все секреты этого фильма рассказывать не буду, потому что вам же будет неинтересно. Но триллер вы увидели, и думаю, что вы посмотрите этот фильм и пишите в комментариях, как вам он понравился или нет. Но лично я ставлю этому фильму 5 баллов. Девчонки, к вам небольшой вопрос. Вот... Вы когда-нибудь задумывались, чтобы у вас был идеальный парень? Вот лично я, да. Ну, блин, это невозможно. А так хочется выбрать своего идеального парня, по кусочкам его создать, чтобы он был просто идеален. Потом он оживает. И это твой парень. Блин, это так круто. Но, к сожалению, это мы только сможем увидеть в фильме «Как создать идеального парня». Ну, парня мы сами создать не можем идеального. Мы можем его только встретить на улице, в кафе, в торговом центре, на катке. А вот посмотреть, как создают его две лучшие подружки, давайте узнаем и посмотрим. И увидим. И будем им завидовать. For May and Gabby, being smart was easy. We're done. Check your work.
Yep, still done. But being popular... Are you going to homecoming? I don't know. You never know what you'll miss. ...was another story. You and Jaden aren't even on the same social radar, so back off. Hey, Nevaeh! I already have a boyfriend, and his name is... Albert. Albert! He doesn't exist. What did you just get us into? Guess I'll just have to come clean. What if we make you a boyfriend? You want to hack into my dad's secure network and build me some high-def boyfriend? You better sleep over. Begin fabrication sequence. He'd be tall. And he should be strong. And even though he's super cute, he doesn't know it. Which makes him even cuter! Warning. Data overload. Prototype design complete. Am I good or what? Now. There you are. I can't believe it. They're about to discover. Albert is like... you know? Unbelievable! Their big secret. There is no version of the logical universe where my sister should have a boyfriend. Две лучшие подружки, Мэй и Гэби, самые продвинутые ученицы в классе. Они невероятно умны и разбираются в любой робототехнике. Я тоже так хочу. Подробности вы увидите в самом фильме, но лично он на меня произвел большое впечатление. За этот фильм я тоже могу смело поставить твердую пятерку. Следующий, третий и последний фильм, который называется «Адская команда». Schleich dich mal. Nicht schlecht. Так вот. Это немецкий фильм, что просто для меня, ох, как обалденно, потому что я обожаю немецкие фильмы. Вот просто моя любовь. Что поделаешь? Юный Морец. Это мальчик, ребят, это мальчик. Ну, немецкие имена, фамилии. В общем, этот мальчик влюблен в футбол. И играет за команду, которую тренирует его отец. Но вскоре, к сожалению, его родители расстались, и Морец вместе с его мамой уезжает в другой город. То есть он переезжает в другой город к маминому папе. Ну и за фильм «Адская команда» я ставлю все-таки, наверное, 4 балла, потому что хороший фильм, не спорю, но можно было и лучше. 4 балла. Если хотите, смотрите. Мне понравилось. 4 балла. Норм. Нормально? Это было все видео. Я надеюсь, что оно вам понравилось. Я вас безумно сильно люблю. Пишите внизу в комментариях, понравилось вам или нет. Может быть, что-то нужно доработать. Или, к сожалению, может быть, вам и не понравилось. Но все-таки я вас, конечно же, люблю. Пока-пока.